мы разработали и рады вам представить новый образ для нашей универсальной куколки. Образ в стиле «Алиса в стране чудес». Давайте посмотрим, из чего же он состоит. В школе «Хобби Мимиду» вы научитесь шить вот такого очаровательного зайчика. Зайчик дополняет образ нашей Алисы, но кроме этого вы можете сшить его в подарок малышу. И зайчик будет замечательной игрушкой для малыша. Давайте посмотрим, из каких элементов гардероба состоит образ нашей красавицы Алисы. Конечно, это гетры, узнаваемая салоха бант, вот такие прекрасные панталончики. И основа ее образа – это нарядный фартучек и платье. Обратите внимание, как красиво оформлен фартук сзади. На самом деле фартук – универсальная вещь. С ним вы можете получить образ куколки-садовницы, выпускницы, школьницы. Очень сложно завязывать такой бант каждый раз, поэтому мы придумали одну хитрость. Фартук крепится на кнопочку. Давайте посмотрим его поближе. Несколько уроков в школе посвящены фартуку. И понятно почему, ведь в нем продумана каждая деталь. Он красив как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Обратите внимание, как он декорирован. Мы использовали узнаваемые для Алисы аксессуары. Баночка «Съешь меня, выпей меня» и маленький ключик. Нарядное платье с красивым подъюбником из фатина, отлично выполненное и с изнаночной стороны, и с лицевой, вы сошьете в школе «Хобби Мимиду». Обратите внимание на такие рукавчики, они прекрасно гармонируют с фарточком и создают общий нарядный образ нашей куколки. Шейте платье из другой ткани и получите совершенно новый образ. Обратите внимание, что такие тематические ткани из серии «Алиса» вы можете купить только на сайте магазина «Арт-ткани». В школе «Хобби Мимиду» мы научим вас шить и саму куколку, и личико с щечками, очаровательные маленькие глазки, носик дополнит его, и, конечно же, одежду нашей красавицы. Регистрируйтесь по ссылке и начинайте обучение, а мы всегда рядом и всегда окажем необходимую помощь и поддержку. Приятного творчества!